Сегодня вся страна отмечает День воинской славы, 74-ю годовщину разгрома фашистских захватчиков под Сталинградом. Кровопролитное сражение, которое стало переломным в истории Великой Отечественной, вспоминали в Краснодаре. Урок мужества прошел в 8-й школе. К подросткам пришли участники Сталинградской битвы Михаил Григоров и Дмитрий Жалеев. Дмитрий Григорьевич ушел на фронт 16-летним мальчишкой, получив похоронки на братьев и дядю. Хотел отомстить фашистам. Он, как сейчас, помнит февраль 43-го, когда участвовал в освобождении Сталинграда. Очень удивляет то, в каких условиях они жили, как они спали, где ночевали, как кушали. Это все очень интересно, все вот эти бытовые условия. Если честно, я думаю, что сейчас, наверное, немногие смогли бы в таких условиях воевать, жить, потому что тогда было, как сказать, условия были намного хуже. Тогда была зима, такой холод, мороз, им приходилось... Вот нам рассказывал ветеран, то, что если брать винтовку без перчаток, то руки прилипали. Школьники подготовили для ветеранов концерт, показали сценку «Бессмертный полк», портреты героев Сталинграда и от их лица рассказали о подвигах. За мирное небо над головой ветеранов поблагодарили представители окружной администрации и депутаты городской думы.